В этом видео я хочу рассказать вам о некоторых вещах, которые очень помогли мне на моем жизненном пути. Я хочу донести до вас некоторые идеи, которые принесли мне большую пользу. Ведь я точно так же, как и каждый из вас, стараюсь подниматься на вершину горы на протяжении всей своей жизни. И первое, чем я хочу с вами поделиться, это то, что маленькие победы очень важны. Мы думаем о том, что начнем полностью перестраивать свою жизнь, когда настанет тот самый определенный момент, ждем определенного дня, думаем, что это что-то революционное. Но я со всей уверенностью могу сказать, что выдающаяся жизнь – это результат не революции, а именно эволюции. Ведь тише едешь, дальше будешь. Те вещи, которые вы делаете каждый день, имеют гораздо большее значение, чем то, что вы делаете раз в 10 дней. Задумайтесь над этим. Все ваши ежедневные действия – это ваша жизнь в миниатюре. И проживая каждый свой день, вы строите всю свою дальнейшую жизнь. Каждый ваш прожитый час – это вклад в ваше будущее. Если вы будете с пользой проводить каждый час своего дня, ваша жизнь будет складываться сама по себе. Поэтому маленькие победы очень важны. Например, вместо того, чтобы как можно быстрее обслужить своего клиента, вы, наоборот, превышаете все его ожидания. Это приведет к тому, что вы захотите проявлять свой профессионализм снова и снова. Или вместо того, чтобы посмотреть телевизор, вы проводите время со своей семьей. Это настраивает вас на следующую победу над самим собой. Такая маленькая вещь, как ранний подъем в 5 утра и выполнение утреннего ритуала, развивает в вас привычку просыпаться каждый день с восходом солнца. Маленькие ежедневные действия со временем приведут вас к выдающимся результатам. Второе правило заключается в том, что нет ничего скоротечнее успеха. Например, вы достигли успеха в сфере здоровья, финансов, карьеры, семейной жизни, своего проявления в мире. Это замечательно, но теперь вы очень уязвимы. Одно дело стать успешным, но совсем другое дело быть успешным на протяжении долгого времени. Это очень важный принцип. Если, например, посмотреть на развлекательную индустрию, стать успешным здесь будет очень тяжело. Но еще тяжелее стать всемирно известной рок-группой или хип-хоп-группой. Спросите себя, вы играете в краткосрочную или долгосрочную игру? Это второй важный урок в моей жизни. Всегда играйте в долгосрочную игру и стремитесь к долгосрочным результатам. Не думайте о том, чтобы достичь успеха где бы то ни было на короткий промежуток времени. Говорите себе, что вам нужна выдержка, настойчивость, проницательность, мировоззрение, способности, целеустремленность, чтобы иметь долгосрочный успех. И также помните о том, что успех может быть очень токсичным. Он может обмануть каждого из вас, он может играть с вашим сознанием и просто переключить вас из режима скромности в режим высокомерия. А если вы вдруг станете высокомерным, все это передастся и другим участникам команды, всем представителям вашей культуры и вашего сообщества. Между успехом и ненужностью всего один шаг. Поэтому помните, что нет ничего скоротечнее успеха. Если вы становитесь успешнее, не забывайте становиться скромнее, не забывайте о том, чтобы работать еще более упорнее, начните учиться и узнавать еще больше. Третье правило, которому научила меня жизнь. Не просишь – не получаешь. Ваши просьбы о том, что вы хотите, обладают огромной силой. Очень часто вы можете получить желаемое, но вы просто не просите об этом. Окружающий мир не знает, что вы хотите. А если он не знает, что вы хотите, как он может дать вам желаемое? Если вы не будете ставить перед собой цели, вы не сможете их достичь, ведь ваш мозг не знает, что именно вы хотите получить. Главное, что я хочу до вас донести, это чтобы вы просили, просили и еще раз просили. Если вы не просите, вы не получаете. Если вы просите, но не получаете, в этом случае вы хотя бы учитесь. Это не является неудачей. Неудача – это не пытаться вообще. Четвертый урок заключается в том, что уровень достатка человека – это отражение той ценности, которую он приносит. Если вы хотите зарабатывать миллионы, то помогите миллионам людей. Если вы хотите зарабатывать миллиарды, то помогите миллиарду людей. Этот мир вознаграждает ту ценность, которую вы ему даете.
Если вы будете тем человеком, который дает огромную ценность, за вами непременно будут следовать огромное количество людей. Почему за новым продуктом от Стива Джобса люди занимают очередь с 3 утра за 2 дня до старта продаж? Потому что каждый его продукт приносит огромную ценность каждому пользователю. Потому что компания Apple стала культом. Все просто. Хотите больше денег, значит помогайте большему количеству людей. Пятый урок из моей жизни, и он является очень важным. Те, кто не находит времени на упражнения, со временем найдут время для болезней. Упражнения оказывают огромное влияние. Если вы проснетесь в 5 утра и потратите 20 минут на физические упражнения, у вас выработается мозговой нейротрофический фактор, который очень благоприятен для вашего мозга. Ваш мозг активизируется, у вас вырабатывается дофамин, вы начинаете чувствовать вдохновение, а ваш обмен веществ начинает ускоряться. Есть такое высказывание. В молодости мы жертвуем здоровьем ради богатства, но в старости мы бы отдали все свое богатство ради одного здорового дня. Я настоятельно рекомендую вам прислушаться к этому совету, постоянно держать себя в лучшей форме. Этот совет может изменить все остальные аспекты в вашей жизни. Вам нужно быть в форме как профессиональный спортсмен. Когда вы проснулись утром, уделите время на йогу, на бег, плавание, кроссфит, прыжки на скакалке. И этот принцип изменит все сферы в вашей жизни. И шестое правило в моей жизни заключается в том, что неудача – это цена величия. Запомните, что критиком может быть каждый, но критики чаще всего критикуют ту работу, которой хотели бы заниматься сами. И я хочу, чтобы вы всегда помнили это правило. Неудача – это цена величия. Невзгоды – это цена амбиций. Я лучше до конца своих дней буду в крови, грязи и шрамах, но смогу сказать, что я не провел лучшие годы своей жизни, болтая у кулера. Я не потратил лучшее время своей жизни на порицание, критику и ворчание. Я потратил свою жизнь, гордо сражаясь за свои идеалы и цели, пытаясь воплотить в реальность все свои мечты. Пусть я падал, пусть меня преследовали неудачи, пусть в меня не верили, смеялись, критиковали, ненавидели и пытались уничтожить, но такова моя жизнь. И на этом я хочу закончить. Мечтайте и воплощайте свои мечты в реальность. Так мир станет лучше, ведь вы почтили его своим присутствием. Помните об этом всю свою жизнь.